Вот, детишки мои хорошие, мы вас поздравляем. Этот визит для Черновых стал неожиданностью. Многодетная семья вниманием соседей была тронута. Еще больше удивилась, когда вручили конверт. В нем деньги, собирали их всем домом. На эту акцию откликнулся весь дом. У нас 261 квартира. Никто передо мной не закрывал дверь. Все, кто как мог, чем мог, помогают. И все желают нашему Альберту только здоровья. Здоровья, еще раз здоровья. Для всех соседей глава семьи Черновых – герой. Альберт получил травму, когда бросился спасать тонущего ребенка. Сейчас прикован к инвалидному креслу. Конечно, это все было так неожиданно, но очень приятно. Спасибо, конечно, всем соседям, кто откликнулся. А это уже другая многоэтажка Менделеева 26. Тут своя добрая история. В этом году во дворе сделали ремонт. Жильцы решили, что им нужны уличные тренажеры, и всем домам собрали на них 30 тысяч рублей. Еще столько же добавит администрация. Таким образом, двор попал в программу самообложения, а значит, спортплощадка здесь скоро появится. Все поддержали, собрали денег, обратились в администрацию города. Администрация города нас поддержала. И теперь у нас весной будут стоять тренажеры. А пока на Менделеева 26 готовятся к Новому году, соседи украсили свой двор, поставили елку, кто-то даже сшил флажки. Совсем скоро здесь будут гуляния под песни и баян. Дружные соседи проводят 2020-й, который в Нижнекамске был объявлен годом добрососедства, и обещают, что в новом будут беречь появившиеся в этом году традиции. Александр Халин, Анастасия Шакирова, Булат Абдульманов, Фахри Исламов. Новости НТР.